Я каждый день радуюсь, когда в гроб российскому государству вбивают последний гвоздь. Звук хорошо записали? Мне кажется, что вот чем быстрее Россию, Франции, Италии, вот давайте ее поделим. И в каждой области эти люди будут жить счастливо. А ты понимаешь, какая это будет катастрофа для людей, вот для русских? Россия – это всю жизнь страна зла. Подожди, а когда всю жизнь? Что ты хочешь сказать, что это была страна зла при Ельцине, давайте... это была страна зла при Горбачеве? Я не хочу быть таким же дебилом, как у Черина, я вам скажу так одно. Да ты и так уже на уголовное дело наговорил, поэтому тебе уже терять-то нечего.